Привет, народ. Сегодня ко мне пришел телефончик. Пришел ко мне, что же здесь пришло? А пришло здесь, кажется, Sony Ericsson X-Play. Это такой игровой телефончик, телефон-консоль, короче. Он как этот слайдер развивается, QWERTY, типа, ну там не QWERTY клавиатура, а геймпад. Сейчас мы посмотрим, сейчас, а тут можно даже без ножа, наверное, можно просто разорвать. Это дело. Там у нас внутри ждет нас коробочка. Открывайся. О, в такой вот штучке. Мы это дело разрежем. Это кинем на пол. Так, коробочку достанем. Тут у нас какая-то штучка. Ой, тут нам ее похомять. Какие-то пожелания шлют. А, так. И вот у нас X-Play. Вот такой вот X-Play. Тут у нас Make Believe. Туда-сюда PlayStation Certificate. Ну, вот так вот оно выглядит. Так, так. И так, так. Ага. Тут даже не выдавлена еще никем вот эта штучка. Так, все. Так. Ага. Где ты открываешься? Сейчас, а, вот здесь вот. Ух ты. Сколько здесь отделений, только тут. Ага, тут мануал какой-то. Ну ладно, это нам не особо интересно. Вот у нас сам телефончик. Комплект поставочки у нас тут. Зарядное устройство. Грин Херт какой-то. Так, наушники у нас имеются. Вакуумные, кстати. С амбрашюрами даже. Так, USB кабель. Угу, USB кабель. Хорошо. Так, это мы в сторонку кладем. Возьмем наш телефончик. И посмотрим, что это тут такой увесистый. Граммов, я не знаю, 200 что ли. Да, ну, 200 весит. Так, точно. Так, а как он? У нас все так вот открывается. Тут мы видим у нас Verizon. Это у нас геймпад, кнопочки какие-то. Так, они нажимаются, я не пойму, для чего это сделано. Я не знаю, может они сенсорные, скорее всего. И тут... Ну, ты как... Прямо детство вспомнил. Select, старт, ёпта иметь. Сколько же я рубил на этом денде. Это, конечно, не денди, но... Так. А что у нас там с батарейкой? Небось, заклеили батарейку. Да, батарейка заклеена, как всегда. Под ним у нас, под корпусом, под крышечкой, вернее, ждет такая вот батареечка. Там все у нас, логотипчик какой-то. Соньки переливается все так. Того и того самого. Так, вставляем обратно. Да, вот так вот. Тут у нас еще вот кнопочки есть. Right, left. Типа плавно нажимается. Это грузовка с громкостью, наверное. Так, тут у нас USB разъемчик. А здесь 3,5 мм жек. Кнопочки тоже на лицевой панельке. 4 штуки. Так, хорошо. Хорошо. Одеваем обратно. Это все дело. Так, закрывается легко. Хорошо. Пробуем включить. Так. Ну, включился. Сейчас посмотрим, что там у нас. Надеюсь, даже, может, игрушечки есть какие-то уже установленные. Будет круто. Сейчас посмотрим. У нас тут думает. Включается. Потихоньку. Тут у нас он датчик светится. Типа переливается. То ли датчик, то ли камера. А вот датчики. Датчики тут, а тут камера.
камера так переливается после нас сюда. Динамик, конечно же. Вот такой вот у нас телефончик. Долго это включается. Так, батарея нормально. О. А тач ничего такой вроде. Отзывчивый. Даже игрушки вроде какие-то стоят. Так, посмотрим, что-то язык надо выставить. Так, надо зайти в настроечки, сеттинг. И. А где же язык? Язык, language. Select. Так, русский. Где русский язык, а? Шайтаны. Так. Где же русский язык? Где-то внизу, вот он. Украинский тоже есть. Так. А это что у нас тут значит? А, ну сервис типа сети нет. Ну хорошо. Так, посмотрим сейчас у нас что тут по игрушкам есть. Где-то еще, я так думаю, игрушки должны быть. Правильно? Хоть какие-то. Так, да, игрушечки стоят. Брюс Ли есть. Стар батальон какой-то. Крэш какой-то. The Sims 3 есть. Так, Xperia Play. Сервис какой-то. Madden NFL. Да, NFL есть, UEFA, Xperia Hotshot, интересно. А гоночки есть какие-то? Так, а это, походу, какие-то гоночки, сейчас посмотрим. А, подождите, GameLoft. Интересно. Так, ладно, надо сейчас яркость, наверное, добавить, ёлки зеленые. Ну, тут что-то как-то яркости маловато. Сейчас мы яркость добавим. Так, автояркость убираем, окей. Ну, так уже получше, да? Хорошо. Так, где тут наша игрушечка? Заходим. Для скачивания нового контента требуется SD-карта. Тут SD-карточку надо. Игрушки так просто не запустишь. Угу. Крэш. А тут ошибка. Нет доступа к карте. Хм. Так что? Мне вам установить карту, чтобы посмотреть, какие здесь игрушки? Наверное, скорее всего, так и сделаю. Так, вот у нас геймпад такой работает. Интересно. Так, select. Select. Ну. Ага. Так. Вот херня какая-то. SD-карту надо, короче. А так вроде... Фиговая. Так, ну тут пленка на экране, конечно... Я не сомневаюсь, что здесь качество экрана хорошее. Потому что пленочка, она тут вся такая. Как сказать. Не подубитая. Но она какая-то зернистая. Поэтому видно как-то не особо. Экран. Вот он так как-то переливается. Пленочку я, конечно, снимать не буду, потому что у меня еще человеку отсылать телефон. Вот, хочется ему как бы нормально прислать. Вот, ну я сейчас, наверное, все же протестирую. Надо поставить сюда SD-карточку. У меня есть SD-карта голая. Вернее, пустая. Вот. И я, значит, одену. То есть вставлю ее сюда. И посмотрим, что. А, так, что тут у нас еще есть по умолчанию. У нас здесь стоит Evernote, уже есть YouTube есть. Так, музыка, видео это Facebook. Опять какой-то сервер PlayStation, Voice Pilot. App Extra, Update Center. FIFA 10 стоит, ничего себе. В общем, тут все загружать, короче, надо, потому что так оно не запускается. Для того, чтобы запустить, надо, ну, вернее, загрузить, надо SD-карту установить. Xperia Hotshot. Игры и приложения. Dispatcher Livelware. Так, это еще у нас WhatsApp. Угу. Так, ну, вроде все, больше тут ничего нету. Так, PlayNew какой-то, Store еще один. Короче, куча сторов всяких. В общем, телефончик интересный. Я думаю, для игромана, для какого-то, вполне самый раз. Самый-самый раз. Потому что, как бы, так, звук работает у нас. Вот. Хочется, конечно, мне и самому увидеть, какое качество здесь игрушек. Я думаю, должно быть хорошее качество, потому что Sony, как бы, сами понимаете. Sony есть Sony. Вот, они за свой базар, как говорится, отвечают и должны делать качественные вещи.
Поэтому в том, что у них здесь действительно качественный продукт, я не сомневаюсь, хоть и старый. Но еще актуальный. Так что такой вот телефончик. Будем, значит, устанавливать карту и тестировать игрушки. Все. Братва. Все, началось скачивание игрушки. Скачивается так долговато. Вот. Это, наверное, от скорости Wi-Fi, она, скорее всего, зависит, потому что у меня там в другой комнате еще видео смотрят. Вот, и нагрузка как бы на сеть. Поэтому будем ждать, пока загрузится игрушка. Star Battalion какой-то там. Короче, посмотрим потом. Шайтан, игрушка запустилась, короче. Слышь, а графика вроде еще так. И звук такой громкий, ничего себе, слышно. Прикольно. Не знаю, вроде как не играть. Так, еще у нас дальше. И графика ничего такая. В принципе. Рубашить можно. Сейчас у нас загрузится тут. Подгрузка идет. Так, а звук громкий. Как я уже говорил. Где у нас динамики? А где они? А, они тут где-то, кажется. Так, ладно. Компания, сервер, настройки. Можно еще по серваку играть. Так. Компания, попробуем компанию. Титры тут сюда. Звук такой ничего себе. Так, тут у нас. Закроем. А, нельзя так делать, я понял. Так, дальше теперь задание. Дальше. Кораблик. Это такая графика неплохая, в принципе. Так. Взломать лед. Какая-то фигурина. Графика. Я вам скажу, на уровне, блин. Современных смартфонов. Конечно, видно, что разрешение экрана. Для продолжения нажмите любую клавишу. Послабее, но. Тем не менее. Просто пленку бы еще, конечно, снять. Тут поперочка, я думаю. Да, качество немножко лучше. Без пленки, да? Поехали. Сначала задание, как вот так. А где стрелять? Так, а что делать надо? Ай! А, вот. Так, нам бы развернуться. Ой. Так, а как стрелять? А, вот. Он где-то еще это было. О, разгромили, короче, нормально. Прикольно. Так, а что дальше делать-то? Боеприпасы. Все. Корабль отремонтирован. Типа ударился там пора. Ну ладно. Так, а что дальше делать? Не знаю, что дальше делать, только разбираться надо. Это было там что-то светится. Ай, баба, корабль уничтожил. Короче, ладно. Завершить задание. Окей. В общем, такая вот игрушечка. Короче, я думаю,
Я думаю. Так, а как убирать из этих? Эй. Так, мы решили с этим не понял, как выходить. Ну. Так. А, вот выход. Да. Окей, короче, вот вышли. Ну что, еще такая игрушка, в принципе, играть можно. Я думаю, другие игры тоже нормально там пойдут. И качество неплохое, в принципе, графика нормальная. Тем более, Sims 3 здесь стоит. Я думаю, более современные игры тоже можно поставить. Тем более, это же Android. Там и другие игрушки можно закачать с Play Market. И тут свой маркет какой-то есть. Их тут целая куча. Так что игрушек, я думаю, должно быть навалом. Здесь и футбол. Футбола только тут две штуки, по-моему. Да, FIFA и UEFA есть. Потом еще американский футбол. Ну, то есть, поиграть есть во что. Вот такой вот у нас аппаратик. Всем спасибо, пока.